5 ноября уютный зал Дворца культуры имени Ленина превратился в импровизированный корабль и на своем борту принимал гостей. В этот день городскому бассейну исполнилось 50 лет. В 1966 году рукотворное море было отдано в эксплуатацию краснолучан. С творческими хореографическими и театральными коллективами Дворца виновники торжества отправились в юбилейный рейс. Юбиляров поздравил почетный гость круиза, депутат Народного совета ЛНР Анатолий Кривоносов и глава городской администрации Юрий Анатольевич Кондратенко. Желаю коллективу бассейна и тренерскому составу крепкого здоровья, дальнейших успехов и реализации всех намеченных планов с юбилеем. Спасибо вам, уважаемые работники бассейна. Работникам бассейна и тренерам за высокие показатели в работе, инициативу и пропаганду спорта в связи с 50-летним юбилеем вручили почетные грамоты от Народного совета депутатов ЛНР, от администрации Красного Луча. Памятный подарок прислал юбилярам и глава республики. А благодарные ученики засыпали тренеров поздравлениями и изумительными букетами цветов. Прошу. 50 лет бассейн пользуется популярностью. Его посещают любители плавания всех возрастов, от самых маленьких до людей почетного возраста. Благодаря самоотверженному труду всего персонала, из краснолужских пловцов воспитывают чемпионов. Я хотела бы попросить, точнее сказать, Надежде Ивановне, Елене Валентиновне, спасибо за то, что на протяжении нескольких 6 лет у меня тренировали. Спасибо за то, что давали мне этот весь опыт. Я получил много опыта, тренируясь с вами. Я хочу сказать, что я постараюсь вас не подвести. Индивидуально поздравили легендарную личность в коллективе бассейна Надежду Ивановну Пеньковскую. Ведь она вырастила не одного чемпиона, самоотверженно работая на благо краснолучан с самого открытия бассейна. Жена отличная хозяйка, и мама лучшая она. Ее фирмовая солянка всех где-то пустила с ума. Гостеприимно, прибосольно. Поделитесь профессиональным секретом, а как растят чемпионов? Растят. Знаете, есть книга Сухомлинского. Она так и называется. «Сердце отдаю детям». Так и растет. Звучало много искренних слов от заместителя начальника отдела культуры, спорта, туризма и религии, от воспитанников всех возрастов, от гостей мероприятия, от творческих коллективов города. Добрым словом вспомнили ветеранов-пловцов, заслуженных работников и всех, кто хоть как-то связан с Краснолужской жемчужиной, с рукотворным морем. А тренера бассейна, в свою очередь, подарили гостям мероприятия вокальный сюрприз. В зале царила атмосфера праздника, радости и благодарности.